Недавно вот украинская тема звучала, хочу просто высказать свою позицию, поскольку как президент России, так я очень погружен в эту проблему, потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Поддержать почему? Потому что вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть. Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине. Это будет рассадник вот этого уже не национализма. Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве. И вот, затрагивая вопрос нашего СНГ, хочу сказать, выход Украины из СНГ. Я также был погружен в эту проблему и уговаривал Порошенко, не делайте это, не выходите из СНГ. Если вам не нравится, ну не приезжайте на наш саммит, не выходите. Потому что это будет хуже, это плохие последствия для Украины. Почему я об этом говорю? Ну, что было бы плохого, если нынешний президент Украины, он меняемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым встретиться тут с президентом России, о котором много он сейчас о этой встрече говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться.